Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Мария Великотная. Мне предстояло к Новому году оформить несколько композиций с елкой. Я сначала побывала в вашей осаде, а потом поехала на Новый Арбат в специализированный магазин посмотреть, что же там есть. Приглашаю вас полюбоваться красивейшими новогодними игрушками и вспомнить свое детство. Ах, сколько замечательных рождественских сказок написано про эти необыкновенные магазины игрушек. Очень понравился этот венок, и я решила его купить. Я люблю эти магазины с елочными украшениями. Я готова ходить в них до бесконечности. У меня сразу поднимается настроение, и я становлюсь ребенком. А за окнами магазина Новый Арбат со спешащими по своим делам прохожими и мчащимися машинами. И мне вспоминается далекое детство и любимая мною книга «Путешествие голубой стрелы» Жанни Родари, зачитанной мной буквально до дыр. Игрушки перед Рождеством в этой сказке, выставленные на витрину магазина некой феи, видит мальчика, который часами не отрывается от витрины. Но семья его бедна, и на Рождество мальчику не полагается никаких подарков. И сочувствие к ребенку игрушки убегают из магазина для того, чтобы попасть к мальчику и подарить себя ему на Рождество. Знакомая мелодия. Да это
песенка про нашу зеленую елочку, которую мы взяли из лесу домой. Прислушайтесь. Ведь это та самая мышь из балета «Щелкунчик и мышиный король» Чайковского. Еще одна рождественская сказка, рассказанная Гофманом. Спасибо за просмотр. Надеюсь, у вас улучшилось настроение после этой сказки. С Новым годом, дорогие мои друзья! Счастья и радости!